Анна Драко, режиссер площадки главного модного события этого сезона Brands Fashion Show. Добро пожаловать, смотрите, поддерживайте и любуйтесь нами. Мы начинаем этот день с детского, очень яркого, теплого показа, где на сцене будут модели-дети. Это всегда трепетно, нежно, красиво. Это дети нашей школы, Нагорный Model School, и в этом показе мы собрали деток из всей нашей страны. Поэтому сегодня здесь детки из Минска, и Бреста, Витебска, Гомеля. И здорово, что есть такой замечательный повод собрать деток страны и вместе с ними творить, сочинять, фантазировать. Я из города Витебск. Я уже занимаюсь месяц. Какие у вас уроки есть? Дефиле, хореография, актерское мастерство, фотомастерство. Я почувствовала себя сегодня звездой. Будет показ бренда Кукульте, показ бренда Ежевика, Кондра, и завершит этот сезон ожидаемый показ много любимого дизайнера Юлии Латушкиной. Сегодняшняя коллекция – это лето 2019 года, движение к естественности. И вы видели, какая естественная коллекция. Просто богини были на подиуме. Мы очень-очень старались всей командой делать нежную, нежную девушку. Как всегда, Кондра этим отличается – нежными своими цветами, нежными образами и хорошими, красивыми тканями. Меня зовут Сандра Бондар, я представитель бренда «Кукульте». Прошел наш долгожданный показ. Все, что наше производство в Риге, в Латвии сделало за год, это мы считаем этот показ как экзамен. Мы показали своим клиентам, покупателям, друзьям, брендоценителям, что хорошего мы сделали за год, что мы не просто так работаем, что мы что-то новое разрабатываем. Девушка вашей коллекции, кто она, кто ваша героиня? Она очень, как вы видели в этом показе, она очень самоуверена. Это было наше напутствие слово, которое мы говорили моделям. Идите так, это вы самая-самая самоуверенная, самая крутая девушка на свете. Бесконечно горды, что у нас так много моделей, кого знают по именам, дизайнеры, кем мы восхищаемся, и кто стал классикой в мире моды на сегодняшний день. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.